Бумажные журавлики на воздушных шарах поднялись в кронштадтское небо. Район принял участие в городской акции и почтил память жертв дорожно-транспортных происшествий. Юные инспекторы дорожного движения из кронштадтских школ подготовились к акции заранее. На бумажных птичках написали пожелания для водителей и пешеходов и раздали их участникам дорожного движения. Мы сделали этот плакат в память погибшим в ДТП, чтобы люди соблюдали правила дорожного движения и водители не превышали скорость не в положенных местах. Да, и чтобы все замечали знаки, где люди переходят дорогу, чтобы водители останавливались, даже где нет светофоров. Кронштадтский район далеко не самый аварийный в городе. Здесь даже во время недавнего снежного коллапса на дорогах обошлось без аварий. На данный момент за 2016 год в районе произошло 50 ДТП с пострадавшими. Погибли 3 человека, двое из которых на кольцевой автодороге. В память о них была объявлена минута молчания, а затем ребята выпустили шары в небо Кронштадта.